Ребята, утро доброе, у меня завтрак. Завтракаю. Вот себе нарезала сыра, колбаски. Давно не ела, что-то так мне захотелось, с кофеечком. Бутербродик вот с сыром кушаю, с огурчиком. Приятного аппетита, да? Вкуснота. Вот такой. Я хлеб поджарила в тостере. Очень вкусно. Да, Барни, ты покушал? Ты покушал, я знаю. Там нас свинячил, надо убрать. Сыр тоже получил, я ему сыр дала. Сидит. А с добрым утром, ребят, всем. Я сейчас покушаю, поеду. Снимать я, конечно, не буду. Нельзя там снимать. Мне еще надо где-то тест сделать, потому что без теста не пускают. Ну, в городе. А потом уже поеду. Потом в магазин зайду. Немножечко, может, поснимаю что-нибудь. Все, с кофеечком всех. С добрым утром. Мы погуляли, только что пришли. Вкуснота. Вкуснота. Это не значит, что я все это съем. Вот не думайте. Вкусно сыр. С огурчиком. Очень вкусно. Я и такой колбаски порезала, и такой. Не знаю, что-то глаза захотели. Вкусно. Да, Барни? Ты уже два кусочка сыра съел, сидишь, трясешься. Тебе хватит. Все. Ну что, я продолжаю трапезничать. У меня мукбанг, девочки. Мукбанг. Завтрак. Ну что на завтрак? Что-то яйца я не захотела. Жареные, не вареные. Сделала себе еще один бутербродик. У нас погодка, видите, какая. Вчера солнечно было, сегодня вот так. Так вот бутербродичек сделала. Сыр. Это огурчик и, в общем, колбаска. Да, попробуем так. Я думаю, тоже вкусно. Вкуснота. Да, Барни? Решила пройтись пешочком, прогуляться. Не стала на бус. Думаю, пройдусь, это полезно. Вниз с горы мне надо, да? Вот я иду потихонечку. Где там город? Потихонечку. Еще хочу в парикмахерскую зайти, термин сделать. Я так и не сделала. Каждый раз собираюсь. Тут звонила, что-то их не было. Наверное, в отпуску были. А сейчас как раз после 3 часов они будут там. Потом пойду к Паше. Вот так у меня такие планы. Видите, как хорошо. У нас сегодня солнечная погодка такая. Замечательная, солнечная. Как хорошо. Уходила, Барнюшечка так смотрит на меня. Думает, возьму с собой, не возьму. Нет, брать с собой я его не могу. Так, а говорю, к Паше собралась, а с собачками туда нельзя. Речка у нас красивая. На улице тепло-тепло. Там уточки. А люди, смотри, некоторые одетые ходят. А на улице теплотень, 20 градусов. Я оделась, я тоже иду, мне прям жарко-жарко. Жарко очень. Сейчас там пройду немножко. 4-й час. Такие стоят. Гуси или кто? Такие интересные. Мне до 6 часов надо успеть. Потом еще в магазин зайти. Тумочки, подарок какой-нибудь купить. Воскресенье. Может, поеду, может, нет. Кто-то мне написал. Вот, муж в больнице. Она там на день рождения внучки. Вы что, блин? Наоборот, надо отвлекаться. Надо не сидеть, не ныть, не плакать. Зачем? Кому это надо? Вам же не интересно самим будет, когда я буду плакать, ныть и ворчать. Нужно, наоборот, в позитиве быть. Все будет хорошо. Ваше все хорошо.
Его уже домой собираются выписывать, потому что у него все хорошо. Его сейчас на кур будет отправлять. Оформляют бумаги уже. Поэтому, не знаю, может быть, к выходным. Зашла в Каухов. Здесь распродажа 50%. Ну, просто посмотреть, прогуляться. Я уже у Паши была. Побыла, попроведывала. У него все хорошо. Обещали к выходным домой. Слава Богу. Сердце починили, слава Богу. Полотенце распродажа, постельное белье. Ну, я немножечко предпочитаю качество другое. Такое более, знаете, плотненькое. Угу. Постельное белье. Белье вот такое вот разное. У меня, в принципе, этого хватает. Добра. А, вот, и, вот эти хорошие, более плотные такие. А, нет, все равно не такие. Ну, у них цена уже, конечно. Короче, пойдемте в Токимакс. И там посмотрим, да? Мне надо еще внучке подарок купить какой-то. Какой-то что-то. А, вот эти вот мне, вот видите, они плотные. Вот эти мне нравятся больше. Они такие, вот видите, они сколько стоят? 12 евро сейчас. Ойра. Я, короче, евро, ойра. Вот это хорошие. Видите, они такие плотненькие. Вот это да. Вот это качество, конечно. Качество вот это супер. Смотрите, какой красивый цвет. Такой розе. Очень хороший цвет. Приятный. Угу. В Токимаксе, конечно, подешевле. Там тоже хорошего качества. Смотрите, какие красивые. Прям красивые-красивые. Яркие. Но яркие, конечно, мне эти не надо. А мне вот очень нравится вот этот цвет. Вот этот тоже неплохой. Но вот этот розе. Так, еще какие есть. Ну и вот эти вот тоже. Видите, они такие плотненькие. Качество, конечно, вот это супер. Отличное. Ну-ка, вот здесь вот. Вот эти вот тоже, наверное. Угу, вот эти тоже хорошие. Да, надо уже свеженьких полотенчиков подкупать. Вот такой цвет мне нравится. Такой, знаете, нейтральный. Так, сколько стоит? Вот эти уже подешевле, видите? Стоил 7, этот по 7. Он такой плотненький, прям хороший-хороший. Очень хороший. Вот это да. Такой вот можно купить. Он такой, знаете, на камеру кажется. На самом деле серо какой-то бежевый, а на камеру серый. Здесь прям хорошие оценочки такие. Но то качество мне больше понравилось. Конечно. Посуда. Пожалуйста, тоже. Распродажа. Видите, какая. Ну ладно. Смотрите, какие чашечки красивые. Детская чашечка. И вот такой наборчик тоже посуды. Чашечка идет. Такая пиалошечка и тарелочка со слониками. Там, по-моему, еще ложечка есть. Ну все, ну все. Детские. И вон там кружечки тоже. Такие подарочные с кошками для чая, да? Неплохие наборчики. Так, пойдемте наверх. Вот какая красота. Вот это мне нравится. Тоже на подарок. Так вот, знаете, кому-нибудь. Кружка очень красивая. Но это, знаете, такое коллекционное. 28 евро кружка стоит. Вот такая. Вазочки. Картины такие есть. Я смотрела такую картину в Хорватии. Сейчас вот в Хорватии были. Была такая картина. Смотрите, какая красивая для кофе. Так кому-то подарить. Какая красота, да? И стоит 38. Ну, подарок хороший, если вот, допустим, смотрите. Или вот такая вот кружка. Видите, тоже какая красивая. Коллекционная. 38 стоит. Представляете, 38 ойра стоит. Ваночка. В общем, красивые вещи такие. Очень красивые. Чайничек.
Так, а с этой стороны что-то другое идет. Вот и немножечко тоже кошки, только по-другому. Видите, какие часы красивые. Ага, шикарные, короче. Подарочки. Так вот, подарочек, конечно, кошечки, посмотрите, какие. Кому-то подарить такого котеночка милого. Прелесть, да? В коробочках в этих кошечки. Милота, милота, да? Красиво очень. Мне нравится. Если бы мне кто-то подарил такой, я бы довольная была бы. Мне очень это все нравится. Вот. Ладно. Мужчина собачку какую делает на улице из песка. Представляете, как живая. Как живая. Собачий мальчик какой. Так, я была у Паши. Сейчас только в магазин зашла. Надо будет внучке подарок какой-нибудь купить. Посмотреть что-нибудь. Музыка играет, надо отключиться. Какое мыльце красивое, прелесть, посмотрите. Классное мыло, оно разных цветов. Видите, какое. Какое интересное. 4. Ой, запашистая. Смотрите, какое всякое, всякое. Какого только нет. Ой, как пахнет, пахнет шикарно просто. Наш магазин Дуглас. Я заходить в него не буду сегодня. Что-то или зайти, может быть, не знаю. Посмотреть. Мне, в принципе, ничего не надо. У меня все есть. Так, я вот обожаю Мак. Но скидок нет. Я смотрю. Скидок нет. Тут наборчик 33 стоит. Обожаю Мак. Это я. Сегодня на улице тепло. Я вот так оделась. Так, это тоже Мак. Видите, разная-разная косметика. Обожаю, просто обожаю. Классная косметика. У кого нет, присмотрите, пожалуйста. Не реклама, а просто показываю. Подумать, что реклама. Нет, не реклама. У нас на улице тепло. Тепло. Так, что-то я хотела купить. А что, вот уже не помню. Ну, ладно. Так, а с другой стороны, по-моему... А тут тоже большое зеркало. Здесь помадки. Ну, нету скидок, нету. Я бы с удовольствием что-нибудь прикупила. Здесь вот новые парфюмчики есть. Немножечко прошлась, посмотрела. Музыка играет. Ланком. Так, а я забыла, что ты хотела. Я Герлайн. Нет, нет, нет. Мне надо было тональник. Я уже забыла, от какой фирмы хотела. Забыла, забыла. Ну ладно, потом вспомню. Потом вспомню. Ну, тут чего только нет. Все есть. Ну ладно, все, пойду. Уже темнеется, надо домой. Барнюшка там один.
one. Такая собака красивая получилась у нее. Молодец. Концерт, что ли, проходит? Или что, непонятно, столько народу здесь собралось. Очень много. И спектакль какой-то. Ну, здесь концерты проходят, здесь много, очень часто приезжают русские певцы. Но сейчас в данный момент, конечно, нет. Всегда проходили раньше. В общем, едем домой. Из дома я пешочком шла, а сейчас я на бусе еду. Потому что тяжело в гору идти. Высоко, тяжело. Лучше я проедусь. Пока я это... Так, время без 5:07. Речка. Без 5:07. Сегодня зашла в парикмахерскую, а все закрыто. Они не работают, наверное, они в отпуске. Наверное, скорее всего. Иду домой, ребят, уже темняется, 7 часов бьет. Вот Паша была, не снимала ничего, не разрешается, не стала ничего снимать, но он и не хотел. Вот, зашла потом в магазин. Надо подарок для внучки, да, и так я присмотрела кое-что, но я не знаю, надо Юле позвонить, узнать, еще спросить, что нам не скажет. Не стала брать, думаю, до субботы. В субботу поеду, да. И уже конкретно уже буду знать, что. А так погуляла немножечко. Я уже давно, видите, бьет. Уже давно не была в городе. Уже вот как приехали, я и не была. Даже и не ездила. О, 7 часов бьет. Видите, уже смеркается. Нормально я приехала. Классно. А завтра термин у нас к врачу с Барнюшкой в 6 часов вечера. Поэтому завтра никуда не пойду сюда, к врачу. Здесь врач у нас. Вот. Просто обследовать его немножечко надо. Так вот. Иду пешочком. Мне нравится, знаете, так прогуляться. Классненько. Вот наш врач. Вот он. До 7 работает, уже все закрыто. Конечно, когда у них операции, они остаются, дольше работают. Вот так говорила, да? Ой, иду, задыхаюсь в гору, что Пашу к выходным обещали выписать. Вот. Не знаю, когда это будет. Может быть, в субботу. Посмотрим, да? Ой, не могу. Ну, так на курорт сейчас уедет. Уже бумаги делают все. Сразу из дома и на курорт. Классно вообще будет. Одна буду. Ну, мне не привыкать. Мне не привыкать. Представляете, как тяжело. Иду, задыхаюсь. Что сейчас будет? Ну-ка домой! Я боюсь, что он выскочит. Ай-яй-яй-яй-яй. Мама пришла, и башмаки мои уже тут валяются. Это что такое? А? Что такое? Это что такое? Тут все уже барни. Ладно, ладно, ладно. Скоро папа домой приедет, да? Папа сказал, что скоро приедет. Да, барнюшенька? Все, молодец. Что наделал? Что наделал? Признавайся, что наделал? Что наделал, признавайся? А? Вот только посмотрите. Вы только посмотрите. Башмаки расставлены все по комнате. И мой один, Пашины. Короче, не скучал ребенок. Не скучал, да, Барнюшка? Ты не скучал, я смотрю. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да. Молодец. Молодец, сынок. Молодец. Не скучаешь, да? Не скучаешь, правильно, да? Не скучаешь? Нет, нет, не скучаешь. Строила в таком в нужном порядке всю обувь папину. Тут что-то подрал или что? Это ужас. Вот так. Каждый раз я прихожу, и что-то всегда есть. Ну ладно. Ничего страшного, да? Сейчас я все это поставлю. Барнюш, ну зачем ты это делаешь? Скучаешь, да, за папой? Понятное дело. Ой, маме убирать.
А мама, ходи, убирай. Я сегодня только убиралась немножечко. Убралась, прибралась, почистила все. А, Барнюшка, ну что же это такое, скажи, сынуля? Ну, что ж ты так все порядки-то наводишь, а? Порядки-то кто наводит, а? Смотри, как башмаки далеко были. Ты взял и все вытащил. И там что-то уже подрал, по-моему. Сейчас посмотрим. Ой, мой башмак еще тут. Ну вот что это такое, а, ребят? У всех так, да? Или у меня только? Ну, смотрите. И сегодня, между прочим, полы чистила. Все чистила. Сейчас вот уже прихожу, начинаю мусор собирать. Вот. Вот такую тарелку сегодня видела. Она побольше. Классно. Что-то пожалела, что не купила. Сколько это стоит? Уже цена. Подождите. 10, 11 евро стоило. А те были по 16 или по 17. Но они были побольше. Видите, насколько та дороже. Что там делаешь? Ой. Ой! Барнюш, да что ж такое-то? Тетя Коля. Что такое? Что ты делаешь? Мама, прямо в рот мне залез. В рот мне прям залез. А? Что такое? Серьезный какой. Серьезный мальчик какой. Парнюш. 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 Какой хитрый. Что там за собачка такая? Что там такая за собачка? Скажи, мы кино ждем. Сейчас будем кино с мамой смотреть на диванчике лежа. Так с ним интересно. Одной бы скучно точно было бы. А с ним не скучно. Целуемся, лизим. Да? Скажи, играем и целуемся, да. Залез в рот мне моськой своей. Это что за собака такая? Вот он как ковыркается. Вот он, вот он, вот он. И так, и сяк. Вот он, вот он, вот он.